Хейо, гайс и мишмики, мы продолжаем пройдите руку название Spanish Bob's Weapons Battle for Bikini Bottom. Ну что, у нас осталось в принципе недолго, еще два уровня, это пещеры и летающее кладбище. Пойдемте на летающее кладбище, поэтому... Let's go! Захвати флаг! Первый банк сообщил, что группа роботов захватила несколько дорогих сокровищ из их хранилища. Если ты найдешь что-то ценное, это не твое. Пожалуйста, верни это сразу же законному владельцу. Похоже, это произойдет. Ау, мистер Датчмент, здесь кто-нибудь есть? Мистер Датчмент. Кто-нибудь, хоть кто-нибудь. Эй, это не твое, это мои деньги. Ого, похоже, мистер Крабс в беде. Держитесь, мистер Крабс, я иду. Найди все 4 цветных флага и верни их на базу. X показывает нужное место. Нажми на кнопку мышки, чтобы использовать меч, когда ты не несешь флаг. Собери все сокровища, чтобы перейти к следующей игре. Ну, вы поняли. Хорошая работа, ты нашел! Сейф! Сейф! Хорошая работа, ты собрал! Сундук с сокровищами! Так, сюда нужно синий флаг принести. Золотое кольцо. Хорошая работа! Ты собрал! Золотое кольцо! Да, тут походу просто черного нету. Цветом. Отлично! Ты нашел! Денежную сумку! Так, а теперь скажите мне, куда мне идти. Визитная карточка. Отлично! Ты нашел кредитную карточку! Так, здесь черный цвет. Наверху черный, здесь синий. Тут красный. Где, блядь, желтый цвет? Так. А, то есть, когда мы в руки берем, он сразу становится черным. То есть теперь он стал белым, ребята. Он теперь не черный. Расист. Так, красный у нас снизу. Со стороны. Так, еще синий флаг нужно где-то найти. Вопрос, где синий флаг? Найдено. Ну, в принципе, все. Те желтые акулы ни для чего не понадобились. Нет, желтый пират. Щелкни кнопкой мышки, чтобы передвигать Спанч Боба по платформе. Передвинь все корзины, чтобы закрыть дыру в центре. Пройди все 3 уровня, чтобы перейти к следующей игре. О, это такое... Я вам скажу, это такая херня бесячая.
Главное, что он быстро бегать не может, это еще все медленно происходит. Отлично! Ты получил большую жемчужину! Крупный жемчуг. Ну хотя, и так правильно. Не буду морочиться, я сразу здесь все поскидаю. Отлично! Ты получил карту сокровищ! Карта сокровищ. Так, третий уровень. Ну тут снова же ничего сложного нету. Сейчас я здесь протолкаю. Ух ты! Ты забыл! Золотой зуб! Золотой зубчик. Так, сейчас будет у нас получается вопрос-ответ. О, вот вы где, мистер Крабс. У него есть глаза. Может, это не лучшее место просить, но... мне интересно, если можно. Я хотел сказать, если вас не затруднит. Если бы я мог знать наверняка, получите повышение в Красти Краб. Повышение? Ты опять фыркаешь, Спонж Боб? Вытащи меня из этой тюряги, а то я решу сделать Сквидварда работником месяца. Что? Какие ужасные слова. А есть мой капитан, я тебя оттуда вытащу. Ответь верно на вопросы, чтобы освободить мистера Крабса из клетки. Как он выглядит здесь? Со временем... Я готов! Когда мистер Крабс родился? Фентябрь, ребят, в фентябре. Фентябрь. О, пирожки! По-любому в фентябре. Фентябрь. Деньги. Кем народился с... призраком. Деньги! Я продаю воздушный шар, владелец Красти Краба. Деньги! Мореплавание, прыжки с парашютом. Какого цвета мистер Крабс? Красный. Деньги. На что похожи руки мистера Крабса? Клешни. А, боксерские перчатки, точно. Деньги. Ух ты, ты забыл. Сертификат. Акция. Какая мечта всей жизни мистера Крабса?
стали гладиатором в гимназии, продавать на журналы, получить миллион долларов. Деньги. А нифиг, я уже 500 заработал. Чего нет в крафтбэке? Луком. Цельного соуса. Уходи, Спанчбоб, уходи! Крабби Пэтти. Деньги. Рецепт. А, доллар. А, формула, подожди. Но он пытался, я помню, в каком-то серии... Первая монета упасть. Или это отсылка на Скрудж Макдака. На самом деле здесь еще это не все вопросы. Потому что я помню, был какой-то вопрос. Кто дочь мистера Краба? Там типа кит. Отойди, Спанч Боб. Я должен остановить тех роботов, чтобы они не удрали с моим сокровищем. Трудно заработанным. А разве оно не принадлежит первому морскому банку? Ну, я просто собираюсь вернуть его законному хозяину. А, глаза пропали. Используй мышку, чтобы контролировать места краба и собрать сокровища. Когда ты соберешь сокровища, найди бочку и положи их в нее. Собери все сокровища, чтобы перейти к следующей игре. Что это? Так, сюда я могу положить, интересно. Грузик мы победили. Отлично! Ты нашел! Колокольчики! Векселя. Очень легкий вес. А, тут нужно еще отходить, не забывать, ладно. Приму к сведению. Хорошая работа! Ты собрал большой алмаз! Я думаю, нужно трофей понаходить сначала, потом... все бочки подскрывать. Поэтому, мистер Крас, мы идем... сейчас сюда, за золотом. Если тут выход есть. А его тут нету. Хотя там, может быть, и был выход, как раз вот тут он лежал. Ну ладно, пойдем на вход. Нужно роботов побеждать. Мне нужен трофей.
нашел! Золотую монету! Так, идем дальше. Хорошая работа! Ой. Ты собрал! Золотой слиток! Так, еще где-то один должен быть. Так, слышу робота. Зашел и вес. Вовремя кликать, да и все. Отлично! Ты нашел! Изумруд! А, все? Ну блин, а, точно, я могу только пройти следующий уровень, если я собрал предметы. Посмотри на все это добро, Спонж Боб. Да, теперь нам это надо вернуть его законному владельцу. Большую часть, понимаешь. А давай поговорим о твоем повышении, мой мальчик. Ура! Спасибо, мистер Крабс. Ты это заработал. Конечно, если учесть затраты на... Посмотрим, морской налог, пожертвование на спасение основ леса водорослей, пенсия мистера Эгина Крабса и т.п. Я вычту это из твоей зарплаты. И не знал, что так много вычетов при повышении. Я... Эй, ты что, меня хочешь надурить, мистер Крабс? Нет, конечно нет. Ой, ладно, спасибо, мистер Крабс. Видишь, Спонж, все, что нужно было сделать, так это попросить. Выровняй весы, разместив сокровища на обеих частях. Возьми и положи каждую часть сокровищ на одной стороне. Найди середину между сокровищами, чтобы перейти к следующей игре. Ну это на самом деле тоже довольно легко. А там уже куча. Мы должны спасти всех тех людей. 474, 475. Я думаю, что с ними будет все хорошо и без нас, парень. 476, 477. Но, мистер Крабс, все они потенциальные клиенты. Ты знаешь, что это значит? Больше денег. 975, 976. Так, разрази меня гром. Из-за тебя я сбился со счета. И деньги, и деньги, и деньги, и деньги, и деньги, и деньги. Поймай рыбок, пока они вынуждены пройтись по доске. Используй мышку, чтобы двигать лодку влево или вправо, чтобы поймать рыбку. Чем больше рыбок ты поймаешь, тем выше будет твой счет. Ну это легко здесь просто. Чу-чу-чу-чу. Без ноги прыгай. Отлично! У-ху! Можно быстрее. У-ху!
Это довольно медленный процесс. Отлично! Отлично! Эй, помню, я, кажется, далеко дошел. Они потом будут просто так... Постоянно этот звук будет. Отлично! Уже по... видите, уже посложнее идет. Отлично! Давайте пока кто-то из них не упадет. Ой. Так я что ли готов? Я что, виноват был в этом? Я не готов! Я не готов! Отлично! Оно зависло и типа... Частицы! Отлично! У-ху! Отлично! У-ху! Отлично! Это не я, но то, что типа тот упал первый. Вы сами видели, он залагал и он сам упал. Хотя даже был под этой херней, под доской. Отлично. Ну ладно. Окей. Ой. Захвати флаг. Толкай. Залог. Мистер Крабс, спрячь мои деньги. Удержание равновесия. Балансировка. Пройдись по доске. Доска. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.